Бывший заместитель начальника московского штаба Алексея Навального Виталий Сируканов принял участие в съезде партии «Прогресса» и подал документы на ее регистрацию в Министерство юстиции. Об этом сам Сируканов сообщил в своем фейсбуке. Информацию подтвердил также политтехнолог Андрей Богданов. «Партия «Прогресса» — название партийного проекта Алексея Навального, который, однако, был лишен регистрации. На 3 марта соратники Навального назначили очередной съезд, после которого собирались вновь подать документы на регистрацию. Теперь Навальный и его соратники обвиняют Сируканова в захвате названия и символики. Он уточняет, что речь идет не о новой партии, а о переименовании уже существующей, зарегистрированной ранее людьми Богданова. Оппозиционер напоминает, что политтехнолог Богданов тем же методом ранее сорвал регистрацию партии Навального «Народный альянс». Сируканов несколько лет входил в число сотрудников Навального, а после начала предвыборной кампании стал заместителем начальника московского штаба оппозиционера. В конце 2017 года он, однако, заявил о провале кампании Навального, объявил о своем уходе из штаба и разочаровании в оппозиционере. Сторонники Навального обвинили его в работе над Кремлем.